Анонс и точки выхода 11 серии второго сезона сериала «Иванько». 11 серия сериала выйдет на канале ТНТ 3 октября. В новой серии мы увидим, как Макар в ярости от приезда бывшей жены. Но ее, как владельца его бизнеса, вызвали в следственный комитет. Поэтому он вынужден мириться с ее присутствием в доме. Вале эта ситуация очень нравится. Она сбегает домой, несмотря на его уговоры пожить втроем. Валя пытается соревноваться с Лерой, что очень не нравится Макару. Валя под видом дружбы тащит Леру в дорогой ресторан, берет еще с собой Настю для рекламы. Но там они встречают компанию друзей Макара. Лера там звезда, а о Вале даже не слышали. 11 серия сериала выйдет на канале ТНТ 3 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.